В сегодняшнем видео расскажу замена тормозного шланга в Т4. Вот такая случилась у меня потертость. Колесо перетерло тормозной шланг. Как бы для себя пока не пойму, в чем была самая проблема, из-за чего оно и как оно колесо дошло до состояния перетирания самого шланга. Но что нам нужно для этого иметь для замены? Нужен сам шланг. То есть для меня, в принципе, меняю шланг не первый раз. Как вам сказать, фирма не принциповая. Машина по факту у нас не новая. И сказать, что оригинальный шланг выходит там, как сказать, 10 лет, а не оригинальный выходит 5, то понятно, что даже в таком варианте никто не даст гарантии, сколько проходит шланг. Значит так, сам шланг. Также нам понадобится ключик на, в моем варианте, на 16, для того, чтобы удержать сам шланг при откручивании от тормозной трубки. Нужен будет в моем варианте ключ для снятия тормозных шлангов и прокачки, то есть это ключик на 11. Ну и для того, чтобы завертить ключик, сам здесь ключик нужен будет на 10. Предварительно брызгаю ВД-шечкой, дабы не сорвать полностью все и прошло все гладенько. Ну и приступаю к откручиванию. Зажав ключик, первоначально пытаюсь сорвать его, то есть резким движением, как говорится, в натяжечку срываю его до состояния откручивания. Дальше, понятно, все будет проще. Главное сорвать и не прокрутить резьбу. Откручиваю назад ключик и срываю второй. Также придерживаю вторым ключиком для жесткости. Срываю саму гайку, болт, или как сказать, то есть уже со шланга. Дальше, после откручивания нижней части, навинчиваю новый шланг на свое место. Дальше быстреньким движением произошла замена самого шланга. То есть с тормозухи вылилось буквально, не знаю, грамм 50. Поджимаем. Поджал, в принципе, пока ключиком на 11. Сейчас затяну специальным ключом для зажатия таких вещей тормозного. То есть этот шланг, в принципе, сотрю, лег гораздо лучше. То есть он лег впритык сюда, а не торчал, как предыдущий, вот так. Ну, видать, такой шланг предыдущий был, попался. Все, что хотел рассказать по замене тормозных шлангов. Дальше откручиваю прокачку. Можно ее просто открыть и спустить потихоньку всю жидкость. Если этого желания как бы нету, то смотрим другие видео по прокачке тормознов в автомобилях. Все, кому видео было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Все, до новых встреч, всем счастливо.